Аэрацию водоемов проводят в Актобе. На реках бурят лунки, ставят в них снопы камыша, чтобы обеспечить доступ кислорода в воду. Его недостаток может представлять угрозу для рыбы. В акции принимают участие и студенты, и будущие экологи. Глубина этого русла реки Сазды достигает 1,5–2 метров. Сейчас толщина льда в нем составляет примерно 70 сантиметров. Первым делом специалисты провели ихтиологический мониторинг и измерили в воде уровень кислорода. Он оказался вдвое ниже нормы. Это может привести к гибели рыбы. Мы используем оксиметр, вот он у меня в руках, с помощью которого мы измеряем содержание кислорода в воде. Содержание кислорода в воде должно быть не меньше 4 миллиграмм на литр. Ну, на сегодня вот мы проверяли, 2 миллиграмма литра показывает у нас. Это очень мало. Специалисты рыбной инспекции бурят лунки и ставят в них камыш. Делают это для того, чтобы насытить воду кислородом и таким образом избежать возможного замора рыбы. На этом русле планируют пробурить не меньше 200 лунок. В работе задействуют также насосы. С их помощью воду перекачивают из одной проруби в другую. Заморо-опасные участки выявляют в ходе ежегодного мониторинга рек. Замор опасный по нескольким причинам. Во-первых, низкий уровень воды. Во-вторых, отмирающая растительность в зимний период, находясь на дне, у нее происходит процесс гниения и выделения углекислого газа. И в ходе этого снижается уровень кислорода. В аэрации наряду со специалистами рыбной инспекции нередко участвуют волонтеры и рыбаки-любители. В этот раз мероприятие поддержали будущие экологи. Студент Кирилл Таранов говорит, что этот опыт оказался и полезным, и интересным. Я узнал сегодня много нового, узнал про технику безопасности нахождения на льду. Также я узнал то, что как правильно работать с буром. Безусловно, вот такая акция нужна на данной реке и не только. Но для того, чтобы все с экосистемой было хорошо. Есть знакомые, которые занимаются рыбалкой и зимней рыбалкой, и они рассказывали то, что такие акции есть. Я давно хотел поучаствовать в такой акции. Такие же мероприятия для предотвращения возможной гибели рыбы проводят и на других водоемах области. Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков, Актобе 24 KZ.